Друзья, ну вот мы съездили в магазин. Маленько я немного распаковал. Сейчас кое-что покажу вам, что примерно мы купили, что сколько стоит. Все очень качественно сделано. Очень качественные материалы. Все сидит удобно. После многих стирок ничего не портится. Начнем смотреть все поближе. И я кое-что на себя померю. Покажу вам. Так, начнем с футболки. В состав ее входит 95% баумволи, это хлопок, и 5% эластана. Из-за этого, смотрите, она тянется вообще и приходит на свое место. Очень удобно, очень ничего не сковывает. Здесь небольшая аппликация из такой резины, как наклеена. Стирал я уже много раз, в принципе, ничего не отпадывает. И стирал не при температуре 30-40 градусов, а на 60 градусов. Здесь еще тоже сделано. Стоит Энгельбер Штраус. Вот купил рабочие зимние штаны. Что еще хорошо? Я мелкий, 1,74 у меня рост. И получается, можно купить, например, если бы я купил 50 размер, то штаны были бы мне длинные, сантиметра на 3, наверное. А здесь я покупаю половинку, 25-й, мне нормально. Так, вот так они выглядят. Швы наружные, по бокам такие сделаны. Прострочка такая, она светится в темноте. Сзади тоже так же получается. Вот так идет. Сзади два накладных кармана. Два кармана по бокам. Здесь резинка по всему поясу. И подклад. Подклад состоит просто такая, как тряпка. Тоже тянется какая-то, ну, дышащая такая мембрана внутри. Ноги хорошо туда скользят, вовнутрь. А сверху материал очень интересный. Он выглядит, не знаю, как его передать, такое строение ребристое. И немного тянется. С боков тоже прикольно. Смотрите, с этой стороны ровно все этот материал, а с другой стороны сделано такой, как брезент вставлен, чтобы пятки, видимо, не стирались, а ботинки. Сейчас мы их померяем и посмотрите, как они на мне выглядят. Чек убираем, он нам не нужен. Называется зимние функциональные, тянется, очень удобно приседать или что-то делать, например, сгибаться, колени ничего не тянет. Вставки вот эти, все светится в темноте. Так, получается два кармана. Два здесь кармана. Ремень можно еще вставить, хотя резинка вокруг все делает. Здесь такой карман, здесь на липучке. Так. Есть у меня такая флисовая кофта. Рукава вставлен материал простой, такой как не шелк, а такая как тоже микрофибра, но получается он не такой шершавый, как флис, а такой гладкий. И если ты, например, надеваешь кофту с флисом, то или у тебя, например, футболка под низом, то будет неудобно просовывать рукава, а здесь рукава сами по себе хорошо заходят. Так, всю зиму в ней хожу, никаких проблем, очень хорошо стирается, тепло, удобно. Так она выглядит. Карман для телефона, наверное, закрывающийся, здесь с боков. Два кармана
больших. Что еще прикольно? Можно даже в отдельности у Ингеберштраус купить вот такие висюльки для помощи для замков. Разные бывают. Это пила, ключ. Здесь у меня другой ключ. А здесь у меня болт с гайкой. Здесь тоже хорошо сделано, чтоб молния не упирала тебе в кадык или не скрябывала снять. Получается закрыта молния и удобно для шеи. Вот такая кофточка. Получается, одеваем такую кофточку дышащую. Надеваю я курточку. Получается, она уже не продуваемая. Очень хорошо комбинируется, в ней не потеешь, дышит. Здесь у нас раз карман внутренний, здесь другой внутренний карман. Закрывается замок, тоже здесь защищено, как и на плис яком. Здесь карман очень удобный, телефон большой, влазит и хорошо держится. Здесь тоже очень много лет она у меня уже, наверное, лет 6-7. И в принципе отлично, отлично все. Нигде никакой не поехал, нигде ничего не испортилось. Замки все работают. И вот так выглядит. Я как моя любимая куртка. И работает в ней хорошо и легко. И то, что непродуваемый. И смотрите, она сидит не как какой-то мешок, а сделана хорошо. Плечи сидят и сшито здорово. Удобно. Есть у меня такая еще кепочка. Это летний вариант. Здесь сетка. Мне очень нравится не ходить. Тоже несколько раз стирал. Голова дышит, форму держит. Все как под набор, можно сказать. Так оно выглядит. Так. Купили мы. Такая шапочка. Полностью шерсть. Снаружи, изнутри у нас шерсть и такая подкладка полистирол. Ну это чтобы шерсть не видимо, чтобы приятно было на голове. И пот она впитывала и не продувала. Хотя она продувает. Так она выглядит. Так. Ну удобно на голове, хорошо. Так, цена этой шапки. Сейчас я вам покажу. Цена этой шапки получается 13 евро. Синтетическая шапка. Как горшок. Но это полностью полистирол. Это такая, видимо, больше на весну. Цена у нее тоже, ну, 11-10.50 стоит. Вот так она выглядит. Нормально. Тоже удобно. Глубокая. Для больших голов. Так, взял я еще одни штаны. Это немного другие. Они тоже тянутся. Здесь везде идет вот такая резина. Широкая такая. Чтобы удобно было облегать. Здесь получается между ног, чтобы дышала, такая вставка вставлена широкая. И внутри подклад. Это зимние штаны.
зимние штаны. И тоже, как сказал, они тянутся. Это самое такое классное, когда вещи тянутся и удобно. Вот есть такие у меня. Купил двум своим племянникам такие шапочки. Детские. Тоже вышито Engelbert Strauss. Цена 9,850. Двойные. Тоже они как бы полистирол. Ну, в общем, синтетические. Такая детская футболочка. Приятная на ощупь. Мне хочется посмотреть, что она сделала. 100% хлопок. Это хорошо, что хлопок. Натуральное все. Купил перчатки. Перчатки с боков. Они зимние. Внутри утепление в них. Здесь материал такой мягкий, а снутри кожа. Так выглядит. Удобно. Застежка и все. И работай. Можно даже. Что хочешь, ты делаешь. Теплый ночь. Вот простые детские перчатки. Кожа. Кожезаменитель, я думаю. Ну, это обычные перчатки. Ничего здесь никакого нет. Микрофаза. Из микрофазы. Детские. Так. Детская кофточка. Стоит 15 евро. Оригинально сделано. Сейчас посмотрим, что из чего она сделана. Так, сделана она тоже так же, как у меня футболка. 95% баумволи. Это хлопок. 95% хлопок. 5% эластан. И она получается тоже вся тянется. И потеть мне не будешь. Удобно для... Вот детские штаны. Детские штаны. Линия 2020. Это, в принципе, сейчас этот год начался. У меня такие взрослые есть. Я вам могу показать. Здесь получается подколенники. На коленники можно засунуть вовнутрь. Открываются такие карманы, вставляются мягкие вставки. Что еще есть хорошего? Ну, здесь тянется. Для детей можно переставлять талию, ширину талии, длину. Длину талии. И самое такое еще хорошее есть, что сзади. Для вентиляции ты можешь открывать эти клапана. И у тебя ноги дышат летом очень удобно. Тепло уходит сзади, получается. За коленями, выше колен. Вот такие штанишки. Рабочие. Цена вопроса. Сейчас посмотрим. Стоит 37 евро. 37 евро. Но ребенок может очень долго в них ходить. В общем, пока не вырастет с этого размера. А потом может другой ходить. Такая кофточка для строителей. Для штукатурных маляров. Она белого цвета, но не видно краски, штукатурки. Вот. Так выглядит. Просто два кармана и нормалек.
хочу посоветовать, если есть возможность, такой ремень очень широкий. Кто носил портупею, тот знает, как это удобно, когда ремень широкий, хорошо держит. Сделана в нем перфорация для дышания, чтобы не потело под ремнем. Так что отличная вещь, мощь. Такая безрукавка есть. Ну, ее почти не ношу, не знаю, зачем купил. Короче, чтобы было. Тоже два кармана с собой и сторон. Вот. Здесь подумал, нужно еще пару вещей показать, которые у меня есть, которые мне очень-очень нравятся. С которых можно сказать, невозможно жить летом, когда у нас тепло. Это, в общем, шорты. Это шорты. Вот такие шорты. Отлично. Очень удобно. Сейчас покажу вам самые мои любимые шорты. Ну вот самый любимый шорт. Специально сделал футболку вниз, чтобы было видно, как оно все удобно держит. Гнуться, минуться. В общем, удобно. Все лето хожу. Отлично. Миллион всяких карманов. Не мораются, маленькая грязь, хоп-хоп, чисто-чисто. И выглядит. 4 года хожу в них. 4 лета. Классно. Стоит, я думаю, где-то 50 евро. Но это стоит того. Ну что, едем дальше. Друзья, как мы проводим на работе, в принципе, пол своей жизни, то покупайте качественную одежду, чтобы мне было удобно, чтобы не то что так, штаны дома надоело носить, взял их на работу, одел, и в них домучиваешься, выкинуть жалко, а просто купил хорошую одежду, специально предназначенную для работы, потому что на работе не только надо работать, чтобы просто работать, а нужно удобно работать, чтобы все тебе приносило удовольствие. С вами был, как всегда, Алексей. Будьте здоровы. До новых встреч. Ставим лайки. Пока.